Друзья, всех вас приветствую на моем YouTube-канале, меня зовут Артур Романов, и мы с вами продолжаем челлендж, это уже третий день, соответственно, сегодня будет третья ставка, на этот раз я решил взять тотал, но какой именно, я расскажу в конце видео, ну а пока что давайте расскажу, какой матч я для него подобрал. Итак, для третьей ставки на Total я выбрал матч Сент-Луис-Колорадо, матч национальной хоккейной лиги, что здесь мне нравится. Все-таки, если говорить об этом противостоянии, то, на мой взгляд, Колорадо здесь в целом является довольно явным фаворитом. Сент-Луис, конечно, дает неплохой отпор, пока что в серии счет 2-1, Сент-Луис смогли один раз в гостевой встрече победить, но все-таки Колорадо выглядит поинтереснее. Однако, если Сент-Луис, который сейчас играет у себя дома, сможет довольно надежно отыграть в обороне, то у них есть все шансы, как в принципе вот у них первый и получилось, где они уже в овертайме смогли добыть победу после счета 2-2. Здесь в целом противостояние нельзя сказать, что очень результативные, хотя сами по себе команды являются таковыми, однако все-таки учитывая, какой тотал здесь дают букмекерские конторы, я думаю, что здесь стоит заиграть тотал меньше 7. Именно такая у меня будет ставка. Ну а если вы хотите поставить на данный исход по лучшему коэффициенту, то рекомендую это делать BKMLBet. Это самая надежная БК с максимально широкой линией. Там вы найдете любой исход, который вам по душе. А по промокоду, который найдете в закрепленном комментарии, еще и получите удвоение первого депозита. Шикарный бонус, друзья. Пользуйтесь, BKMLBet дает такую возможность. Ну что, ребята, вот такой вот прогноз у нас будет на третий день. Что думаете вы по поводу него, обязательно пишите в комментариях. Ну и также напомню то, что теперь у меня не будет еще одного исхода. Это тотал меньше. Он у нас пропадает. И остается всего лишь 6 исходов. На этом у меня все, ребята. Не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на мой YouTube канал. Ну и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать последующих видео. Сейчас все-таки выходит немало ставок, и чтобы ничего не пропускать, лучше один раз сделать это действие, чем потом жалеть, что пропустили отличную ставку. С вами, как всегда, был Артур Романов. Всем желаю удачи и всем пока.